Even every morning when you are doing this other formula also, for 2 or 3 weeks, 1, 2 or 3 times a week, you can take this. Or if the anemia is not very intense, then only with this also you can improve this. То есть 2 или 3 раза в неделю выпивать стакан сока из зеленой тыквы, можно добавить туда 1 или 2 ложки меда, можно не добавлять. Сам по себе этот сок может поднять гемоглобин, если не сильная анемия. А если сильная, то совместно с первым рецептом можно пить и эту тыкву. Because in some persons, even though there is no serious anemia, but generally the level of hemoglobin generally keeps low than the required, so then they can do it at least twice a week is for their finding, but sometimes then it maintains the hemoglobin very well. Тыквенный сок помогает в тех случаях, когда это не настоящая анемия, а просто пониженный уровень гемоглобина бывает у некоторых людей. И тогда в этих случаях вот это очень and хорошо, сам один сок. It gives a good strength to the constitution. Этот сок помогает усилить конституцию. The resistance power will increase with this also. И увеличить сопротивляемость. Увеличить сопротивляемость к болезням. Нет, зеленая тыква, зеленого цвета. Она внутри в жопе. Это сок из тыквы, да? А сколько по количеству? Ну, стаканчик. Стакан. 2-3 раза в неделю, да? 2-3 раза в неделю. 2-3 times a week, 1 glass. Yes, 1 glass. Да, 1 стакан, 2-3 раза в неделю. On empty stomach. No. Empty stomach, but you should maintain a gap, because if you drink some coffee and drink this and then, so you have to maintain, may not be empty stomach, but this first formula is definitely empty stomach. Значит, первый рецепт только на голодный желудок. А тыквенный сок вы можете принять в любое время суток, но, пожалуйста, не после еды, не перед едой. So this can be taken either in the morning or in the evening, but with можно утром, можно вечером, но отдельно от еды. Должен быть какой-то перерыв между соком и едой. И питьем. Там всякие чай, кофе. So like this, there are in Ayurvedic system we have so many very simple formula but very effective. Таким образом, Аюрведа дает очень много очень простых и эффективных рецептов.